Замемас тут фигурирует, но ржал до слез. Тебе, подождите, я уже не понимаю, слушать ли вас дальше или вызывать доктора. Вот выходите в другую дверь, чтобы со мной не пересечься. Да, после этих слов. Пошел вон отсюда. Выведите эту нацистскую. Ребят, благодаря этому котику можно спокойно смотреть пропагандистские шоу. И даже получить.